Ребятки, всем привет. Всем привет. А сейчас уже окрашусь. Скоро буду убирать. И скоро пойду на улицу опять. Отвечу. Вчера я не вложила видео, это гигантское, даже не смонтировала. Сейчас буду быстренько делать. Смонтирую быстренько. Я быстро, там ничего такого не буду вырезать даже. Просто сольву вместе. Вот красиво. Вот это я добавлю. И вот. Просто забыла выложить вечером. Я решила, у меня такой график будет. Я вылаживаю вечером 19:00. У меня такой график стал. Кстати, показываю, как я крашу. Ну, не крашу стрелки, а чем я крашу. Такой подводка фирма. Тут нету фирмы, простите. Обычный маркер для стрелок. Обычный, самый обычный. Самый-самый обычный. И крашу и подводкой только крашу. Потому что это что-то быстренько смывается, а это я просто подправляю. Сверху наношу. Когда высохло это, я наношу сверху. Оно идеально держится. Просто, вот скажите, идеально? Вот, в уголках тоже тут есть. Мне кажется, нормально. А сейчас, хотите, я историю расскажу? У меня разбилась пудра. Не помните, какими она кусками была, но я вчера починила, там все куска была, просто валялась там. Я вчера взяла, потолкла ее и пересыпала, она такая, знаете, ее аккуратненько наносить. Так, очень аккуратненько. И все. Темень берем, тени. Так, я не знаю, вот кисточка моя. Протираем ее после утрочного. Утрочного это типа мама моя красть. Кто не знал. И вот я вот хочу показать. Я каждый день пользуюсь, каждый день такие стрелки делаю, и все. Конечно, если не на уроке, но где-то на такие, знаете, дни. Вот так вот перемешиваем. Только персиковый и вот так вот вместе. Так вот переворачиваю кисточку. Потом делаем вот так вот сейчас. Зеркалом и вот видите, да, вот пустили и начинаем красить поверхность. И где стрелка у нас, мы вот так вот делаем, типа, сейчас вот так вот сверху, да? Обязательно внизу, видите, как глаз меняет сразу красиво. Сейчас мы попробуем еще один раз. И второй глаз тоже самое делаем. Вчера я забыла выложить, просто только что увидела, что я забыла выложить, когда писал в Галилее. Короче, где фото хранятся. Поудаляла там видео, которое снимала. Вчера я снимала, но... Девочки, но... Говорю сейчас, но... Но... И не получилось так. Я и просто не получилось. Потому что там, короче, телефон разряжен. Короче, долго там. Да? Ну, вчера тоже там ничего такого не было. Там, где кисточка? Брови я уже давно уложу, вот сейчас закончился. Да, ресницы сейчас. Просто очищали. Ну, конечно, умудрить. И не нужно пудру. О, пудру. Кисточку. Ну, кисточку для пудры. И пудра там есть. И набрать такие кисточкой. Да. И лайк. Потому что мне не нравится.
меня есть кисточка специальная для хайлайтера, но... А, из среду. Из среду. Теперь мне нечем крамсить. А там, я думаю, еще не хотела покупать хайлайтер. А мне в палетке оказался хайлайтер, я начала им пользоваться. И у меня теперь нет хайлайтера. Прикиньте, а тут даже и розовый висел. Буду блестеть, люблю блестеть. И берем пиво. Я просто видео смотрю на ютубе. И выключу его, чтобы никому не отреворить, то сейчас погано будет всем. Хочу поставить еще стрелку. Вроде как. Вроде как бы нормально. Все теперь нормально, сделаю больше, потолще и нормальный, так сказать. Тушить его костюм. Так я и перемешиваю сюда. Сегодня будет большое видео, вчера оно должно было быть большое. Но я забыла, простите, я буду помнить. Вчера что я делала? Вчера я гуляла очень долго. И потом пришла домой, поела, потом посидела, полежала, потом пошла еще раз поела. Потом мама моя пришла в работу, мы покупались, я думала, голову. Я делала пижамку, намазала крем и пошла спать. Все. Засыпай, красавица. Я так делаю, чтобы типа пусть засох. Да нет, он тут ушел. Что тут почему-то не красить. Так они на. А когда мне тут уже не очень-то нет. Я думала, пудру не могу заказывать. Но потом подумала, что я не могу починить, что ли? Так, я закрасила себе. Вот еще ремень буду носить. Сколько, вот смотрите, это кольца. Да блин, я просто знаю, какой пиксель. Алло, это не пиксель называется, ты что не знаешь, как это называется? Боже, какой ты лох, не знаешь, как это называется. Так, берем тушь, зеленую такую, от Эвелин вроде. От Эвелин Косметикс. Такая прикольная, мне нравится. Мне тоже нравится, у меня такие есть. Которые у меня тушь, у меня их две. Это и та, они у меня лестница тянет. Специально подбираю.
Это очень красиво выглядит. Но минус этой туши, она не жидкая. Ну, она жидкая, да. Но не такая жидкая, как та. Она просто липкая. Знаете, как каша. Так, ноги мои мешают вам. Ну-ка, мой мешает. Я начала очень делать классные видео. Скоро начну делать супер популярные видео. Залетать идет, ну, я пока не снимаю просмотров. Ну, не нравится просмотров, а ну и подписчиков. А вот просмотров у меня там много. Так, у меня сильно жирная, но на ресницах жирная сильно. Кисточка для брови. И снимаю. И, конечно, я вытираю на руку, чтобы не осталось таких картошков. Так, не смотрите, как я открываю рот. Мини-туториал на макияж. Я снимала, конечно, первое видео на этом канале. На том у меня канале было вроде сколько там подписчиков, где-то 4-3. Нормально, пока. И у меня там много было видео. И обзор косметики, и туториал, много обзор других косметик, обзор посылок. На этом канале только 3 видео будут. Ну, я решила, что каждый день буду делать видео. Ну, и выходить. Мне не тяжело, у меня, знаете, так. У меня нет много работы. У меня там чуть-чуть работа, уроки и... И уборка. Так, я буду докрашиваться, потом встретимся, а потом буду видео смотреть. Короче, сейчас я лежу. Сейчас я блогер фу. Ну, она такая, знаете, нормальная, мне нравится. Что я пытаюсь закрасить нижние ресницы и просто лежу. Так вот. Давай все смотрю, уже как бы 15, не знаю, 5 минут. Меньше 3 или 4. Ну, отключилась, я сидела просто. Просто так. Так, все накрасилось. Сейчас и еще могу накрасить, и будет просто шик. Если мне такой хорошенький день, мне нравится. Прикольный такой, да? И лайтовый, как говорят все блогеры. Лайтовый день. Что не смотрим, тут срач. Мы просто найдем еще вот тут. Короче, вкусная конфета такая. Мы просто тут. Кто хочет купить? За звуки, простите. Конечно.
просто половину поудаляй. Брат говорю. Половину игр поудаляй. Просто, знаете, такая... Чика, да-да. Только мне не нравится стрелка. Простите, просто я тут. Очень. Вот такой макияж получился. Сейчас я все уберу. Сейчас подождите. Блин, не будет того видео прикольного. Прикиньте, не будет. Не будет этого прикольного видео долго, которое я говорила 40 минут. Там, да-да-да, 27 минут я сложилась и даже не вырезала ничего. Его не будет, потому что я его... Сами подумайте, что я с ним делала, я его добила. Потому что мне не хотела памяти. Ну, память на телефоне хотела. И я пошла видео удалять. И удалила все видео, которые у меня были. Но тело не удалила, которое я сняла. Только что. А те удалила, которые были там 4 или сколько минут. По, не знаю, по 6-7 минут. Может. Ну, я поняла, что все. Все. Все сделано. Не будет ничего. Ну, не так нормально живется. Вот такое вот сегодня видео выложу. И все. Видео сегодня выложу. И вот нормально. Кстати, сегодня у нас 11. За какое? За 7. За какое? За 9, 10. Я не выложила видео. А вот за 11 я сегодня выложу. Сегодня 11. Я выложу сегодня вечером. Быстренько смонтирую, если не забуду. Будет вообще супер, девочки, если не забуду. Так, я голубую вчера. Снимаем глазочку. Радуемся красоту себя. Мне так нравится. Я люблю такие стрелочки. Знаете, Уже можно без шапок ходить сегодня. И можно сегодня одеть. И шапочки. Просто вот красочка такая. Все влюбятся. Так, надо все убрать, это все, чтобы красота была. А то не красота, девочки, у нас тут не палатки, да? Не палатки, не палатки. Спишемся. Конечно, такие красивые, я красивая. Ладно, я только что нанесла от... Видели, как я носила. Сейчас покажу, от кого я никому еще не говорила. Ну, я не скрываю, просто не говорю. Никому. Да, девочка. Мне так нравится ходить. Камблан по моя. А, вот.
Так, вот. Вера вот такая, Вера. Вот то же самое, а вот. Сейчас вот. Оттенок. 32-й. Прикольно. Вот сейчас я найду где-то. Мне нравится такое. Если размазать, то он будет. Так, у меня есть достаточно. Хочу сейчас поискать сумку, которую я вчера хотела одеть. Не делала, потому что. Все от винта. Потому что сломали все от винта. Девочки, а потом мы волосы рассосом. Рассосом. Делаем так. Сейчас. Пойдемте туда. Вот издалека вот так посмотрите. Сейчас я открою. Вроде солнце на улице есть. Я не знаю, есть оно, смотрите. Есть или нет солнца? Ну, пока мне выйти скоро. Я тут подправлю с этого глаза вот этого. Давайте сделаем фото. Может, поставлю. Может быть. Да, кто знал. Не знал, я и сам еще. Я не снимал про него. Снять как бы. Да. Такие на шортики. Ляпота. Ляпота-та-та-та. У меня подушка такая, она супер легкая. Мне нравится такая. Мне нравится такая. Я все же покажу. Сейчас. Вот. Вот такая куточка. Размер. S. Не знаю, какой размер. Ну и S-ка. Посмотрите вот так вот сами. Вот такая куточка. Так я ее ношу. Кофта, конечно, красивее смотрится с кофточкой. Супер классно. Сейчас у меня выйти надо салфеточкой вытереть. Так вот. Вот так вот я буду. Если на волосы я вытяну, вот так буду. Или просто так вот. Волосы. Вот так. И, короче, так вот сделать. Все. Кофточка такая. Прикольно. Так, сейчас буду кофту одевать. Вместе с вами. Так, там все нижнее, верхнее белье. Я одеваю. Все нормально. Не переживайте, все нормально. Сейчас испортилось плечо, макияж. Надо на голову все одевать заранее. Но я, как обычно, не додумалась. Да, ну, смотрите так на меня, я одеваю кофту на пижаму. Это нормально. Такая кофточка, сейчас я вытеру салфеткой, ручку, руку, руку вытеру. А что такое? Это нормально. Мне, например, нравится, она такая серая. Прикольно. Прям такая красивая. Ножки популярные. Не обращаем внимания. Просто делаем красоту. Ляпоту. Сильно не засыряем и идем быстренько убирать. Я уберу, если хомячка покажу, потом уберу. А уберу прям все посмотрите, через 2 часа. Вот, простите. Сейчас. Какой
бозонька, мой гоночок. Бозонька, боженька, бозонька. Так, как пойдем на свет, на свет. На свет, на свет, на свет, на свет. Теплушка, милюшка, мушечка моя. Моя девочка, сочная. Тема, чу-чу-чу-чу-чу. Поцелуй меня. Ты меня облизала. Я тоже его пятерка сегодня. Матка красивая, да? Ты меня любишь. Так. Ты мой зовут. Сейчас скажу, как ее зовут. Не переживайте, обязательно скажу. Дуся, не спи. А, уже сказала. Дуська. Девочка. 7 месяцев будет. Вообще-то точнее, как у 11-е. Скоро будет 7 месяцев. Полгода уже прошло, сейчас ей 6. Уже как бы полгода прошло. Сейчас пойдем на штабы. Все. Убирать буду. Через полчаса напишу. Ой, напишу. Включусь. Так, короче, что сейчас делаю? Я сложу, блин, слаживаю шторку. Сейчас буду еще кровать застелять, убирать. Будем тогда встретимся. Короче, я реально все уберу. Да, встретимся. Да. Сейчас я одеваю штаны и слажу косметику за стола и туда ложить. Другой стол. Короче, я прибрала все. Со мной пишет уроки, когда он допишет. Вот какой-то обзор фронтуры, да? Вот комната у нас. Мамина новая сумочка, они даже не открывались. Там вверху сестра, вот брат, а там я вот тут. Где? Ну вот тут, ну где, вот, вот. Ну вон, короче, там. Все прикольно. Вот даже покажи. Рунтурчик, там просто фен лежит горячий. Сейчас пойду смотреть ютуб, просто сидеть буду смотреть все. Все, девочки, я прибрала. Мамочка. Сейчас я иду на улицу. Блин, мне штуки развязать. Задержу, подожди. Короче, идем по второму кругу. Сказала, вроде как не видит. Для того, что сказала, что холодно, но не дует. По мне не холодно. Типа,